Для того, чтобы родители не переживали и не жаловались на велосипедистов, нужно ездить в специально отведенных для этого местах и по правилам. А знают ли эти правила в нашем городе? Ну, смотреть надо вперед, чтобы на пешеходов не наезжать. Надо переезжать как бы в местах, где специальная разметка, то есть пешеходный переход. Ну и в наушниках нельзя. По специально отведенным местам на велосипеде. Придерживаться правой стороны. Ездить на велосипедных дорожках, там, где они есть. Ну, это нужно, во-первых, держаться правостороннего движения, чтобы так водитель не смог задеть велосипед. Ну, или же для этого существуют пешеходные тротуары для велосипедов, велодорожки. Ну, около обочины надо, не в середине, а по обочине где-то. Одежда должна быть приметный. Надевайте яркую одежду со светоотражающими полосками, соблюдайте правила дорожного движения. Это снизит риск ДТП и избавит вас от конфликтов с водителями автомобилей и пешеходами. Не катайтесь в наушниках всегда, контролируйте скорость движения.